Добрый день, на связи планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Чанганцы S75 2020 года в красном цвете с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра, мощностью 150 лошадиных сил, АКПП полный привод, имеется спойлер, камера заднего вида, парктроники, установлены рейлинги на крыше, автомобиль на литых дисках хорошей резине, установлены хромированные ставки, имеются повторители в зеркалах, пробег 69 тысяч километров, по салону темный салон, чистый, ухоженный, не прокуренный, кожа. Имеется автохолд, электроручник, кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, подогрев передних сидений, кнопка старт-стоп, мультируль, система курсовой устойчивости, помощь при спуске, корректор фар, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.